Raffaello, Raffaello. Senti Raffaello? Raffaello. Grazie. Avevo un servizio da fare, non uscì, ci si stanno, allora sì, va bene. Я говорю красиво. Это арка императора Тита. Построена в честь разграбления Иерусалима, Иерусалимского храма. Очень жестокого поступка. Это 63-й год 1 века нашей эры. И очень много рабов. Христиан, израильтян было пригнано сюда для строительства Колизея и других зданий. Вот так строили в первом веке нашей эры и первый второй век до нашей эры. Франческо Романа. Здорово, так здорово. Вот храм Аполлона. Вон там вдалеке виднеется площадь Венеции и алтарь Отечества. Видно храм Весты, храм Цезаря, форумы, вот торговые ряды здесь находились. Очень все хорошо видно. Andiamo. Andiamo.